Здравствуйте, друзья, с вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня я приготовила вот такой замечательный грибной паштет. А с чего все дело началось? Как-то к нам приходила в гости наша племянница, и они купили нас угостить в магазине грибной паштет из шампиньонов. Я прочитала состав, ничего там такого не было сверхъестественного. Там были шампиньоны и майонез. Но я подумала, что можно такой прекрасный паштет сделать и самим. Как раз у меня в холодильнике были заморожены шампиньоны. И приготовила вот такой замечательный паштет я. Мне для этого потребовалось 2 большие луковицы, полкилограмма, ну, может быть, грамм 700, в общем, полкило или 700 грамм у меня там было шампиньонов от этих замороженных. И вот такой майонез я заменила, все-таки решила заменить вот таким сыром. Сыр плавленый. Это баночка 400-граммовая. Этот сыр мы периодически покупаем. Он достаточно, очень даже вкусный. Вместо майонеза я употребила вот такой вот сыр плавленый сливочный. Ну что, друзья, посмотрим, как я это сделала. Обжариваю шампиньоны с луком. Запах стоит вообще неимоверно ароматно. Обжаривать буду до полной готовности. Так, грибы с луком мы посолили. И вложу пол чайной ложки сахарочка. Сахар я добавляю, как усилитель вкуса, тоже везде. Готовим, жарим до полного прожаривания лука. Грибы-то они быстро, а вот лук чуть подольше. Так что до полного прожаривания лука. Грибы с луком у нас поджарились. И я буду использовать вот такой сыр плавленый. Грибы пропускаем на мясорубке. Вот, друзья, перекрученные грибы с луком обжаренные. И положила я сюда 3 большие ложки столовые с большой горкой вот этого плавленного сыра. Сыр у меня вот такой вот. Сыр вкусный, мы его берем постоянно, вот такой фирмы. Сейчас все перемешаю. Я считаю, что по консистенции, по цвету, вот эти 3 большие столовые ложки сыра здесь вполне достаточно для такого объема вот грибов. Намазываем икру из шампиньонов на хлеб, да потолще. Все это дело запиваем томатным соком собственного производства и наслаждаемся жизнью. Всем приятного аппетита! Делайте, наслаждайтесь такой вкусной икрой из шампиньонов с добавлением плавленного сыра. Всем пока-пока! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.